Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. 17 июня состоялось ежегодное мероприятие «Банкет директоров», организованное шведской косметической компанией «Oriflame». Это одно из самых значимых событий года, в рамках которого награждают самых успешных партнеров. Мы раз в году празднуем наш успех. Это все наши консультанты, все наши партнеры, которые достигли новые уровни успеха. Мы их чествуем, празднуем и каждый год заряжаемся энергией от такого банкета. Компания «Oriflame» — это не только косметика, этика, это и возможности для личностного роста, возможность увидеть мир по-другому, возможность по-другому взглянуть на, опять же, на свои перспективы, является самым главным, что есть в компании Oriflame. Я вас поздравляю с этим днем, с нашим банкет директоров. Это торжественный момент, и вы молодцы. Этот год просто фантастический. Молдова является самый быстро растущий рынок в Европе сейчас, и я вас поздравляю. Вы молодцы. В текущем году Oriflame Молдова достигла еще больших результатов и гордится новыми званиями своих партнеров. Ведь теперь в команде Oriflame Молдова появились новые старшие бриллиантовые директора. Это не только новая ступень, но и новые цели. Asta sunt o magie a cei mai buni, din cei mai buni, pentru meritele pe care le-au avut. Noi vom fi omageați cu noul nostru nivel, senior Diamond Director, este cel mai înalt nivel în Republica Moldova. Este deja un nivel de talie internațională și asta este o mândrie pentru noi. Este un eveniment foarte important pentru că încă o dată ne aduce aminte de ce noi am decis să mergem pe această cale și să ne realizăm visurile noastre împreună cu Oriflame. M-am înregistrat în cadrul companiei când eram student. Nu am venit pentru a dezvolta o carieră, dar mergând la diferite prezentări, la manifestări, am înțeles că se poate de dezvoltat o afacere foarte grandioasă. Programa вечера включала в себя не только речи важных представителей из мира Oriflame, но и яркие выступления молдавских артистов. На вечере присутствовало огромное количество счастливых, красивых лиц, которые точно знают, куда приводят мечты. Когда жил в Швеции, я хотел видеть мир, путешествовать. Благодаря Oriflame я уже работаю в больше 10 стран и путешествовал по всему миру вместе с нашими партнерами и консультантами. Партнериат только Oriflame тебе дает шанс, в первую очередь, для виса. Și de aici pornește tot. Pentru cei ambițioși care știu ce își doresc și care au visuri, trebuie să depui efort, să fii disciplinat, să fii pregătit de instruire și atunci toate, absolut toate visurile tale pot deveni realitate. Și materiale și nemateriale, fiindcă asta am făcut noi, pot spune cu inimă deschisă, am realizat toate visurile pe care le-am avut. Tot ce am realizat, este свою квартиру, крышу над головой, свой личный автомобиль. Естественно, если говорить о тех мечтах, которых сегодня мы планируем, это хочется свой личный дом в Кишиневе. Când eram începător, vroiam foarte mult să am apartamentul personal și mașina personală și să fiu căsătorit. Toate acești trei factori sau lucruri le-am găsit doar cu ajutorul companiei Oriflame. Acum, la 27-28 de ani deja, sunt căsătorit, soția este însărcinată, nu de mult am aflat, avem deja apartament personal și avem deja și mașina personală. Și pe lângă aceasta, foarte mult îmi doream să călătoresc.